Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Этой зимой мы показывали вам колодец, который находится по улице Труда. Сегодня мы вновь здесь. Дело в том, что с наступлением весны он наполнился доверху водой. Так никому, дела-то никому нету. Видимо, ничей колодец. Получается так, так что-то надо делать. Объясню, в чем самая главная угроза этого колодца. Представьте, что ребенок примет его за лужу. И наступив, он может оказаться на дне. И это, конечно, уже не мелочь, а самая настоящая угроза для детей. На улице Карла Маркса сегодня сухо. И, по сути, пешеходы спокойно могут здесь ходить. Вот только то место, которое для них предназначено, занято машинами. А вот здесь, значит, видите, сплошная полоса. Здесь машин-то не должно стоять. Они ставят здесь, сколько уже раз говорю, кому он не первый раз показывает, а все равно продолжают. Я считаю, что надо вмешаться работникам ГИБДД, чтобы, значит, ну хоть они сюда изредка появлялись. Он идет на работу, значит, это самое, а днем здесь, знаете, какое движение? И сколько раз людей уже попадали под машину. Как говорится, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы увидеть линию, которая разделяет проезжую часть и тротуар. Но внимание на эту мелочь обращают почему-то не все. Из-за того, что во дворе дома по улице Детская, 49, огромная лужа, жителям приходится ходить вот по этой отмостке. Но здесь их ждет другая беда. Шла с магазина домой. Другого пути нету, как возле дома. Об этом вентиль уже не одна наступнулась. Так что тут гематом не только у нее, у всех жителей этого дома. И то близлежащей, другой дороги просто нету здесь. Из ситуации есть два выхода. Либо сделать нормальный отвод воды, либо повернуть вентиль. Но мелочь это так или иначе требует решения. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «ГАЗ-детали машин». Телефон 312-11.